какой цвет не относится к основным цветам радуги? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Розовый. Назовите фамилию персонажа из «Карнавальной ночи», сыгранного Игорем Ильинским. Огурцов. Как вы догадались? Да, фильм смотрели не один раз. Какая горная система служит границей между Европой и Азией? Урал. Чем железнодорожники стопорят вагоны? Башмаками. Кто автор известного утверждения «Умом Россию не понять»? Чучел. Первая несгораемая сумма – 5000. В какой стране расположен город Антверпен? Бельгия, Германия, Нидерланды, Дания. Антверпен. Наверное, в Нидерландах. Ну, попробуем. Нет, в Бельгии. И на старуху бывает проруха. А что бывает на старика? Прорух? Ладно. Давайте сыграем заново. Так, игра. А как тут заново сыграть? Зависло. Escape. Ну. Блин. Что ж такое? Ладно, попытка номер два. Какого мужчину из-за цвета волос называют жгучим? Брюнет. Как в математике называют постоянную величину? Константа. Какой жук считался в древнем Египте священным? Скарабей. Гомновоз. Жук-навозник. Угадали. Да не угадал я. Какой американский президент был актером? Рейган. На чьи стихи написана песня «День Победы»? Добронравов, Матусовский, Харитонов, Ашанин. Ну, наверное, Добронравов. А может, Матусовский. А что, спросим у дяди Вовы.
Дядя Вова знает все. Ни хрена себе. Так, а ну срочно, срочно автора этой игры лет на 5-6 посадить. Как это так, чтобы дядя Вова и не знал правильного ответа, тем более в таком вопросе? Да, ну це вообще. Ну давайте Добронравова напишем. Харитонов, оказывается. Ну, полный швах. И меня посадят. И меня посадят. И тебя посадят. И всех посадят. Итак, третий раз. Как называется детская игрушка неваляшка? Ванька, встань-ка. Дядька, сядь-ка. Кто из этих ученых проживал в Калуге? Тупица, Капица, Чижевский, Королёв. Нет, Чижевский. А Королёв, он же где-то в Украине проживал. Ну, вот такие вот пирожки. Ладно, опять невезуха. Встретимся в следующий раз. Пока-пока.